Значит, есть документы, которые показывают, что работники НКВД переодевали свои группы в одежду УПА, и те терроризировали местное население, делая вид, что это УПА так поступает с народом. Или есть такие документы? У нас была статья, которая показывала, что для того, чтобы внедриться в ряды УПА, работник НКВД получил задание убить секретаря райкома, реального, настоящего секретаря райкома, тогда бы ему поверили. И он действительно уничтожил секретаря. То есть методы, ну, чудовищные. Вообще это, невозможно это оценить. И он убил, но ему все равно не поверили, его разоблачили. То есть методы, которые применяла НКВД и нынешнее, так сказать, последующее КГБ, невероятны, но долгие годы украинское повстанческое движение существовало.